Вот мы идем на хайкинг. Где там хукабос? Сдулся? Нам предстоит сейчас 3 часа хайкинга. Всем привет, это хукабос. Сейчас мы находимся в пустыне Южной Калифорнии. Всей нашей компании захотелось покурить очень вкусный кальян. И сейчас мы попробуем что-нибудь найти и что-нибудь придумать. Пойдемте вместе с нами. Здесь очень много кактусов. Кстати, этот кактус можно также использовать или в чаше, или в колбе. Смотрите. Вот он, наш кактус. Делаем из него нашу колбу. Пойдемте искать чашу. Ядовитый, надеюсь, кактус. Вот и первая вода, попавшаяся нам, но она, я думаю, что не подойдет к нам в колбу, поэтому мы идем дальше искать воду. Вот мы нашли маленький оазис в пустыне, и сейчас мы попробуем приготовить здесь кальян. Приготовить из этого кактуса какую-нибудь клевую чашку. По-моему, это дурная затея. Мы тут недавно где-то яблоню увидели. Сейчас мы сходим и сделаем кальян на яблочке. Ну вот мы нашли небольшое яблочко. Я уже тут даже что-то вырезал. Сетки нету, будем делать без сетки. Сейчас мы зачерпнем эту воду. Ну вот мы собрали наш кальянчик. Опачки. Сегодня все будет довольно-таки просто, потому что тех условий, в которых можно сделать хороший кальян, здесь их нету, поэтому делаем уже без всяких отжиманий, выжиманий и прорезей, как получится. Также мы сегодня будем делать без фольги, кальян будем курить на клауде и с быстро сжигающими углями. Да, и кстати, есть одна очень интересная новость, мы сегодня забыли снять зажигалку, поэтому как разжигать угли мы пока не знаем. Но ребята предлагают их раскалить на камне или как-нибудь. Ну, я думаю, что как-нибудь мы добудем огонь. На самом деле очень жарко. Я думаю, что если я сейчас положу эти угли на камень, ну, я думаю, минут 5, и они точно разожгутся. Пока установим наш клауд. Мы сделали этот походный кальян. Он получился довольно-таки неплох в таких условиях. Сейчас мы будем все его курить, заряжаться энергией и прыгать с этих веселых скал. Всем огромное спасибо за внимание. С вами был Хукабос. Это пустыня Южной Калифорнии. Подписывайтесь на наш блог, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. Холодно? Пиздец, как холодно! Боже, это... это вообще самое холодное вода. Холодно! Сейчас мы готовим наполнение для колбы для хукабоса. Тём, как там? Нормально, свежо. Нормально? Покажи, что получилось. Я боюсь, что не наполним всю колбу. Ну ничего, мы если что поможем. Как получилось, покажи. Вкусно. Что ты смотришь, я просто колбу мою.
I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, don't lift my clothes. No stopping at my Pirelli's on. I like my jewelry, that's always on.